Всем привет! Сегодня у нас такое 23 апреля. На улице идет снег. Вот. Я это видео записываю для всех тех, кому, скажем так, не безразлична тема, которую я затронул несколько дней назад у себя на канале по теме, вернее, по вопросу вот этих вот беженцев, ну, миграционный вопрос. Несколько пунктов я сразу вам озвучу. Пункт первый. Вчера вечером, когда я загружал видео, которое вышло сегодня, 23 числа утром, оказалось, что у меня на канале под первым видео, вышедшим 19 числа, отключены комментарии. Мне пришлось их включать опять заново. Думаю, ну, мало ли, вдруг сбой какой-то там в программе, в системе. Сегодняшнее видео, которое вышло, вы не поверите, вот на данный момент уже прошло 5 с лишним часов с момента выхода этого видео. И за эти 5 часов я уже 4 раза собственноручно подключал функцию комментариев под этим видео. То есть и роботы вот эти вот ютуберские и так далее, может быть, модераторы, просто-напросто берут и отключают эту функцию комментариев под моими видео. Для чего это делается? Для того, чтобы люди не могли высказывать свою правду, для того, чтобы люди молчали, для того, чтобы они боялись, в первую очередь, чтобы боялся я, потому что буквально через 2 часа после того, когда я дважды подключил функцию комментариев под видео, мне пришло от Google сообщение, что я должен подтвердить свою личность, прислать им сканы моего удостоверение личности, чтобы для последующих выплат и так далее, и так далее. Но фиг с вами. Совпадение, может быть, не знаю. Но если, в общем, у меня запланированы видео все до 5 мая. Если после 5 мая на канале больше никаких видео не будет, значит, увы, действительно, блин, произошло то, что я думаю. Хотя это, конечно, паранойя. Действительно произошло то, что я думаю. То есть ко мне пришли граждане, люди в черном, блин, забрали, описали всю оргтехнику, вплоть от сотовых телефонов, радио, телевизоров и компьютеров. Это одно. По всей семье. Это одно. А если будут выходить видео дальше, значит, я просто действительно страдаю фигней. Вот. Значит, пункт второй. В ночь с понедельника на вторник, сегодня же вторник, да? В ночь с понедельника на вторник английский парламент принял действительно очень мощный закон по миграционному вопросу. То есть все те беженцы, которые приезжают в Англию с какими-то левыми бумагами и не могут подтвердить свою личность, будут тут же отправлены обратно, без каких-либо проволочек и разбирательств, будут тут же отправлены в третьи страны. Третьей страной у них считается Уганда. Почему так? Потому что в эту Уганду вкладывается не только из Англии, но и из Евросообщества сумасшедшее количество денег на развитие этой страны. И Уганда подписала в документах, что будет содействовать распределению вот этих вот выдворяемых беженцев из Англии и из Евросоюза на своей территории. Третий пункт. Про тотальную цензуру не только вот в интернете, как вот это вот происходит, но и в жизни. На прошлой неделе одна из действующих женщин-политиков свободных демократов в Германии от партии ФДП, Агнес Штрак-Циммерман, выступала перед людьми, и кто-то задал ей один такой, скажем так, неудобный вопрос. Она во всеуслышание закричала с трибуны: «Ты сейчас окажешься за решеткой быстрее, чем успеешь вздохнуть». Вот так вот. Потом другому человеку она квакнула следующее: «Кто ты такой? Ну-ка назови мне свое место работы, где ты работаешь. Твои шефы знают, чем ты занимаешься во время работы? Я сделаю так, что ты вообще работать не будешь». Это угрожают немецкие политики, которых выбирали в государстве для власти. Они угрожают простым гражданам, тем, которых выбирали во власть. В общем, что я могу сказать, ребята? Следите за обновлениями у нас на канале. Я надеюсь, они будут дальше идти. Это не шутка, потому что то, что происходит сегодня, именно вот сегодняшний день, 23 апреля, за 5 с лишним часов, я, повторяюсь, 4 раза подключал функцию комментариев под моим последним видео на тему миграционного вопроса, на тему вот этих вот африканских беженцев, наводит на мысль о том, что кому-то там, ну, не хочется, чтобы люди высказывали свое мнение,
Кому-то там хочется, чтобы люди боялись, молча сносили все, что происходит вокруг них, и не показывали своего отношения, реального отношения к тому бардаку, который устраивают нам вот какие вот глобальные политики. Слушайте, уже начинаешь действительно соглашаться, думать о том, что некоторые люди, которые пишут комментарии, типа это глобалисты, это все, что это не шутки, это всерьез. В общем, следите за обновлениями у нас на канале. Будете в курсе абсолютно всего. Я стараюсь, по крайней мере, говорить то, что есть на самом деле. Я не пытаюсь врать, я не пытаюсь привирать или еще что-то. Я говорю так, как оно есть. Если человек плохой, я говорю, что он плохой. Если человек хороший, я говорю, что он хороший. Я говорю людям правду в глаза. А за это вот за правду всегда страдаю. В общем, всем удачи. Пока.